Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, где я абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинге, ну и на кране зарабатываю криптомонетку Litecoin. Собираю Earn Free Litecoin. Вы здесь сами все посмотрите. Регистрация на и простейшая. Email, два раза пароль. Разгадываете капчу, нажимаете зарегистрироваться. Вход, естественно, по имейлу и паролю. Почту я вроде не подтверждала. Кликаем логин. И попали на домашнюю страничку. Значит, это баланс. Сразу реферальная ссылочка. Вот она. Вот. Ну и здесь вывод. Здесь нет минималки на вывод. Сейчас я вот эти монеты выведу и вам покажу то, что здесь нет минималки. Значит, вот у меня такая вот сумма. Я вот на просмотре сайтов. Здесь не так много рекламы. Ну, экран. Вывод, естественно, на PowerShotPay. Здесь нет других платежек, только Litecoin. Кликаю вывод. И баланс обнулился. 137 сатош не поступило на PowerShotPay. Как видим, здесь нет ничего. Здесь совсем другое. Перезагружаю страничку. Сейчас загрузится. Авто Litecoin Falset 137 лайткоинов. Ну, Litecoin Satoshi. 9 марта. Возвращаюсь в букс. Давайте пройдемся на эту домашнюю страничку. Это нам не надо. Здесь кран. Здесь можно делать 50 клеймов в день. И дают за каждый клейм 5000 коинов. Как я сказала, минималки на вывод здесь нет. Разгадываем капчу. Все легко и просто. Видим, 5000 мне засчиталось. Иду на домашнюю страничку. Вот 5000 монет вот этих коинов. Они конвертируются там уже в литоши. Сразу здесь они стоят уже по умолчанию. Здесь прописываем адрес, привязанный к PowerShotPay, естественно. Кликаю вывод. И 25 лайткоин сатошиков мне поступило на PowerShotPay. Переходим. Перезагружаем. Собрал, вывел. И вот авто Litecoin Falset. 25 Litecoin вот этих монеток. 9 марта. Возвращаюсь. Далее что? Автокран доступен тем, кто просматривает вот эти короткие ссылки. Я не люблю их. Здесь задание. Хотите, переводите на русский, выполняйте задание. И ПТС я здесь. Все, больше ничего здесь. Кран и как бы рекламка вот эта. Серфинг. Значит, 12 тысяч коинов 60 секунд. Ну и давайте вот коротенько просмотрим, да? Кликаем Go. Перебрасывает. И ждем отсчет таймера. Разгадываем капчу. Возвращаемся. Вкладочку можно закрыть, она нам не надо. И 3000 коинов засчиталось. Окей. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Вот 3000 моих.
Опять ставлю на вывод. Баланс обнулился. 15 лайткоинс Сатоши мне поступило на Faucet Pay. Переходим на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. Как видим, все легко и просто. И минималки нет. И авто лайткоин Faucet. 15 лайткоин Сатош. 9 марта. Вот такой вот букс. Кому интересно, работайте. Но мне интересно, ребятки, пройдите мимо. Вот. Ну, рекламу я здесь не даю. Здесь больше нет ничего такого. Вот кран и ПТС серфинг. И реферальная ссылочка находится сразу на домашней страничке. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!